На площади Астана, третьего мегаполиса, 129 выпускников республиканской школы Жасулан имени героя Советского Союза генерала Сабыра Рахимова получили аттестаты об общем среднем образовании. На площади собрались улановцы, родители и преподаватели, а также военнослужащие гарнизона, председатели ветеранских организаций и почетные гости. После построения и троекратного ура виновников праздника поздравил начальник школы полковник Пернихан Орынбеков. Преподаватели и родители учеников, начальник школы отметил положительные результаты прошедшего учебного года и пожелал всем успехов и дальнейшей жизни. После слов поздравления от гостей улановцы исполнили прощальный вальс, а военнослужащие гарнизона продемонстрировали зрителям программу армейского рукопашного боя. Также на площади выступил военный оркестр. В завершении улановцы прошли перед руководством школы торжественным маршем и бросили в небо монеты, которые выпускники заранее копят именно для этого момента. Денежный дождь символизирует блестящую будущую карьеру. Сегодняшняя республиканская школа Жасулан имени героя Советского Союза генерала Рахимова является учебным заведением, реализующим программу среднего общего образования. Она оснащена всем необходимым для качественной организации обучения и воспитания занятиями физкультурой и спортом. В программу обучения входят занятия по государственным и иностранным языкам, военным дисциплинам и физической подготовке. Стоит отметить, что уровень подготовки воспитанников школы Жасулан растет с каждым годом. Ребята уверенно проходят единое национальное тестирование и демонстрируют высокие результаты, а большинство выпускников набирают карьеру служения Родине. Также случилось, что и в этом году 102 выпускника уже подали документы в военные вузы.